Акуна Матата, Тимон и Пумба, всех приветствую на своем канале, все как всегда, заряжка, как никогда, твоя зажигалка уже в сети, бам-бам-бам, блин, капец, вы прикиньте, сейчас сидел в стриме, никого не трогал, все было отлично, общался со своими бро, и тут один мне пишет, а где длинные видосы, я реально соскучился, вы представляете, хотя сегодня не должно было быть никаких длинных видосов, нет, признаюсь честно, я сегодня утром, как-никак. Ну, я планировал записать, потом думаю, ай, ладно, не буду. Лучше в стрим выйду, поболтаю. Потом, в итоге, я сидел в стриме, он мне написал. Я подумал, а нахрена действительно оттягивать на завтра то, что можно сделать реально сегодня? Я пришел, песня. Я сразу включил камеру и сразу стал записывать. Вы представляете? И что самое важное и самое охреневающее? Нет никакого сценария. Просто трынь, бам, бэби, лоба. Понимаете? На play нажал и просто начинаешь записывать. Просто начинаешь говорить, что у тебя скопилось вот здесь, в охреневающей душе, понимаешь? Это не сложно. Сложно действительно найти себя в этой жизни. Это охрень как сложно. А записать видос, который будет длиться 5 минут, и его никто смотреть не будет, это реально не сложно. Знаете, сегодня с вами поговорим вообще действительно, как найти себя в этой жизни и нахрена себя реально искать. Я вопрос чисто смотрю, там комментарии многие, я хочу смеяться, как ты, а что ты ешь, а как ты занимаешься, а как ты живешь. Вы поймите, если вы будете этим заниматься, так жить, то же самое делать, вы просто тупо будете проживать не свою жизнь. Ты будешь проживать мою жизнь. Это нахрен чужая жизнь. Тебе никогда в этой жизни не хотелось действительно делать и жить так, как ты хочешь, а не как хочу я. Нахрена вы реально смотрите на меня? Нахрена вы смотрите на окружение? Кто как живет? Кто где? Сколько и когда получает? Что себе там что покупает? Нахрена это реально зацикливаться и так жить? Ты действительно будешь проживать жизнь чужого человека. И ты никогда в жизни от этого не будешь кайфовать. Вот, допустим, вы смотрите. Я кайфую реально от бананок, меня от этого прет. Да. Вероятность того, что ты будешь кайфовать от бананок, она реально мала. Почему? Потому что у тебя другие цели в этой жизни, понимаешь? Другие вкусы, другие желания. Ты съешь эту бананку, подумаешь, хрень какая-то, от чего он кайфует? А я действительно от этого вопрос, понимаешь? Понятное дело, что я кайфую от бананки, ты кайфуешь от яблока. Мы никогда друг друга, бам-бам, ты понимаешь, не поймем, никогда не поймем. Нахрена действительно смотреть на кого-то? Ты же видишь для себя любимого. Ты занимайся, кушай, все что угодно делай, но только это делай с кайфом, только это делай для себя, только с какой-то пользой ты должен это делать. Ты просто должен не смотреть на окружение, кто, чем, когда, почему, какого хрена, а просто чувствовать свое охреневающее сердце. Оно никогда в жизни тебя не подведет. Перестаньте жить по каким-то идиотским шаблонам, перестаньте смотреть так, я, значит, получается, вешу вот столько, а при моем росте ни хрена себе я должен сколько весить, с ума сойти, мне нужно набирать, или мне нужно скидывать, или что мне нужно, вы понимаете, если ты будешь постоянно жить по каким-то идиотским шаблонам, по каким-то идиотским таблицам, ты просто будешь себя загонять в какие-то идиотские, космические, никому не нужные рамки. Если ты себя уже загонишь в эти рамки, вероятность того, что ты, соответственно, будешь меняться, ты не будешь меняться. Потому что реально ты уйдешь в себя. Потому что ты в этой жизни все делаешь не так. Ты насмотрелся каких-то диетологов, которых раскидала по всему креслу вот так. Она сидит такая, бабуля спит. Она говорит, так, ни в коем случае нельзя есть мучное. Тогда схрена ли ты как беляш выглядишь? Ты рассказываешь человеку, что можно есть, что нельзя, а сама выглядишь как двойной беляш. Ни хрена себе, вы понимаете? Блин, капец, перестаньте слушать людей. Нахрен на это все. Ты просто живи для себя. У меня даже макарошка нахрен просто вылетела. Сейчас мы обязательно ее подцепим. Вы заметили? Китаец на связи, работаем. Блин, капец, я на опыте, ёшки-моталки. Поэтому просто чисто реально, действительно, занимайся своей жизнью. Перестань смотреть на окружение. Перестань смотреть на меня, на того, на того, на того. Просто чувствуй свое охреневающее сердце. Если ты занимаешься шахматами, нахрен тебе лезь в футбол. Не лезь в футбол. Делай акцент на этих шахматах. Занимайся действительно только своим делом, понимаешь? Потому что как бы ты ни хотел просто чисто играть в футбол, если у тебя не лежит душа, вот ты всю жизнь играл в шахматы. Вот если ты захотел до безумия бросить шахматы и играть в футбол, у тебя обязательно получится.
А если у тебя нет желания бросать шахматы, а тебя просто чисто заставляют, а там уже и время...